Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня будем монтировать душевую кабинку 1 м на 2 м на 2,60 высоту. С парником, с баком подогрева, с подогревом. Вот сюда будем ее ставить. Все, разгрузились, начинаем. Все, закончили монтаж душевой кабинки. Параметры душевой кабинки свалена она зацинкованной профильной трубы 20 на 20. Фундамент 100 на 100 пробитый антисептиком. Плюс клиент еще на блоки поставили, прикрутили на большие шурупы длинные в блоки прямо сквозь бруса. Поликарбонат белый. Ватра 0,75 плотности, 4 мм толщиной. Наверху актуаль био, прозрачный парник. Полимерно-порошковый окрас, цвет шоколад. Каркас теплицы, душевой кабинки установлены. Бак на 200 литров с подогревом. Лейка с душевой стойкой. Мыльница, вешалка для полотенец и крючки. Сколочен трапик, скручен из бруса 30 на 40. Установлен замочек с двух сторон, все качественно, надежно закрыли, открыли. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, заказывайте вот такие красивые надежные металлоконструкции.